Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Huawei Mate 10 Pro включить портативную точку доступа, то есть раздать Wi-Fi. Для начала открываем настройки, затем переходим в раздел «Мобильная сеть», режим модема, точка доступа Wi-Fi. Здесь можем переключать нашу точку доступа, здесь можем изменять некоторые ее настройки, например, можем поменять ее имя, можем поменять тип шифрования, выбираем WPA2, если хотим уметь пароль, выбираем нет, если не хотим уметь пароля. Здесь можем поменять пароль, также можем дополнительно изменить диапазон частот точки доступа, можем выбрать канал трансляции, можем выбрать максимальное количество подключений и можем выбрать, через сколько минут у нас, через сколько минут бездействия точки доступа она будет автоматически отключаться. Также можем установить лимит данных. Можем просматривать подключенные устройства. И также можем переключать точку доступа здесь, в панели быстрого доступа. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.